По данным синоптиков, 23 января по Самаркандской области ожидается переменная облачность без осадков, местами туман. Ветер восточный 7-12 метров в секунду, местами возможно усиление до 22 метров в секунду. Температура ночью составит 0,5 мороза, днем 3-8 тепла, облачно с прояснениями. 24 января без осадков. Температура воздуха утром минус 4, плюс 2 тепла. К вечеру столбик термометра может снизиться до 2 градусов мороза. Минус 3, плюс 3 ожидается утром 25 января. Вечером температура воздуха будет колебаться от 2 градуса мороза до 1 градуса тепла. Погода в Самарканде начнет проясняться 26 января. Будет солнечно. Днем плюс 6, плюс 7. Вечером и ночью до 3 градуса мороза.